сегодня пришел с подарками в первую очередь, и мне понадобится ваша помощь. Можно вас пригласить? Давайте похлопаем. Так, как бы в гости же не ходят с пустыми руками, правильно? Это вам, держите, пока не открывайте. Итак, друзья, вы знаете, я бы хотел вам кое-что... Оп! Просто в студии жарко, поэтому аж кошелек загорается, да? Так, вот если бы, да, вот если бы вы тоже обладали какими-нибудь способностями, да, делали фокусы, что бы вы сделали с купюрами? Тут у нас раз, два, три, четыре, пять долларов. Что бы вы сделали с ними? Превратилась в 100 долларов. Превратили в 100 долларов, да. Итак, друзья, смотрите, ровно 5 долларов. Складываю пополам. Буквально стоит сделать один небольшой щелчок. И это уже давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Все правильно. 100 долларов. Кстати, можете проверить. Настоящие. Это мне дар. Проверьте, настоящие. Настоящие. Но мне кажется, этого маловато, маловато. Что мы можем сделать? Смотрите. Есть такой волшебный сундучок. А где остальные? Показываю с двух сторон прозрачный. Но если его потрясти, то появляется намного больше денег, да? Но, друзья, хотите, я сделаю то же самое с вашими деньгами? У кого есть купюра? Да, купюра. Любая, без разницы. Сколько сомов надо? Чем больше, тем лучше. Вот, 5000. 5000, смотри. Копра, 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 меня. Любую, без разницы. Вот, выбирайте, какой надо. Давайте это. Все. Все, эти можно убрать, да? Ага. Но вы далеко не уходите. Да, хорошо? Да, да. Я буду охранять вот этот ваш чемодан, если надо. Хорошо. Держите. Ага. Вы должны сделать эту купюру уникальной, да? Чтобы я никак не смог ее подменить. Я же могу. У меня же ловкие руки, правильно? Ну-ну. Любую меточку поставьте, распишитесь, можете роспись оставить. Хорошо, я... Либо номер банковской карты. Ладно, росписи достаточно будет. Ну, я метку поставил, да, вот. Вот метку поставил. А вы можете показать, да, прямо на экран? Мене хурматли томошабинлар, Дмитрий айтганларидек, мен хозир мындай көрсөтүлгөн болсам, мен ошо сомумузга кичкентекене нуктача коюп койдум, нуктачабыз жана көрүнүп турупту, кара фламастыр, да? Кара белги. Ага, ага, ага. Яшылап, яшылап аласыз. Запаржон яшылап, ири планды, ири планды аласыз. Өзү үчүн Музаппар экен туулганларда расы курсан болганбыз. Оп, мен көрүнүп турупту, мене. Капкарагенде нерсе турупту, мене. Да что-нибудь, потому что подумают, что мы договорились с вами, вот. Вы черточку поставили, поэтому... Ага. А, еще круглый шерчик. Гюльдис синим думалак койбердилер. Гюльдис аз бердилер, ага. Все. Капка дегенде, тепеде цизырсе, пасты думалак капка дегенде, мене. Корешили мы говорим. Все, да? Да, теперь ваша купюра стала волшебной. Дима, знаете, вот волшебство вот здесь все оказывается. Да. А вот у меня такой ключик есть, да? Проверьте его. Это ключи от чего? От сейфа. В котором есть еще больше таких. Бой бы китаркам, да? Смотрите, ключ, да? Да, да, да. Смотрите, буквально одним движением. Раз, два. Нет, не пробил, еще раз. Давай сейчас. По центру прям. Раз, два. Ну, сделали небольшую дырочку. Можно поближе прям, да? Но, смотрите, буквально одним движением. И? Харакалып. Мы полностью восстанавливаем нашу купюру. Можете проверить. Так, сервали. Курсати томаша билеге, Анвар аке. Ичиде анау сүмлүү рәсімде болуш. Э, өзүбүз аныкы экен. Сайлата коем мөжизе деген рост экен, мөжизе. Я аны Анвар аке сурап көрүнчү, аны йыртылган, чыртылган пулларын ам яма бере алам. Да, Дмитрий, вы знаете, вот он спрашивает, вы можете вот старые деньги, которые порваны, починить? Конечно, конечно. А? Если есть, я сделаю. Но я же обещал превратить тоже в 100 долларов, да? Да, да. Вашу купюру. Да, да. Вам подарю. Договорились? Чуть вперед давайте. Можно чуть вперед. Итак, друзья, на ваших глазах складываю пополам. Складываю еще пополам. Видно, да? Мне понадобится ваша помощь. Вы должны придумать какое-нибудь волшебное заклинание.
Пока я складываю. Придумали? Да. Назовите вслух. Астахфарлах. Абракадабра. Абракадабра. Раз, два, три. Абра. Кадабра. И на ваших глазах я превратил ваши деньги в 100 долларов, как и обещал. Вот, Дмитрий, вот отдайте вот это 100 долларов Юлдуз, а мои 20 тысяч верните. 40, Анваракин, 40 тысяч. Но в самом начале я вам дал мешочек, правильно? В нем есть один подарок. Давайте покажу. Это мне, наверное. Перед тем, как открыть полностью, покажу свои руки. Ага. Так. Итак, друзья, внутри есть два сюрприза. Сюрприз номер один. Осторожно, это ножик держите. Аккуратно. И внутри есть еще вот такой фрукт полезный. О, лимон, лимончик. Да? Лимон. Смотрите, ножик. Смотрите. Лимон? Но если разрезать его ровно пополам, давайте аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Уберем. Ага. Открываем. Yeah! Wow! Внутри лимона купюра. Доставайте. Точно так же? Облега? Облега? Ты что? Ой, это та самая купюра, правильно? Да, та самая купюра, да. И самое главное, вот лимоном пахнет. Совсем скоро лимоном станет. Да, 20 лимонов. Превратится в лимонный. 20 лимон. 20 лимонов будет. Хойма. Дай бог вам. Я, можно маленькие тоже объявления скажу? Конечно. Урматли томашабиллар. Aziz bizim muxlislarimiz, agarda siz onlayn tarzda bizni ko'rsatuvimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Facebook tarmog'iga Yoshlar telekanali lotin tilida yozib, bemalol onlayn tarzda ham bizni ko'rsatuvimizni ko'rishingiz mumkin. Instagram sahifasida men ham hozir telefonimni yoqib qo'ydim. Xayrlo ham telefonlarni Instagramga to'g'irlab qo'ydilar. Onlayn tarzda bemalol mazza qilib ko'rishingiz mumkin. Shuni ta'kidlab qo'yishimiz kerak. Facebook tarmog'ida Yoshlar telekanali degan profilimiz bor. O'sha yerda bemalol onlayn tarzda ko'rishingiz mumkin. Eng muhimi 20 ming so'mni limon hidi bilan menga qaytarib berdilar va evaziga mana bu chamadondagi pulni ham berdilar. Nech bilan? Bo'lishamiz. Endi 3 ming bo'lsa kerak, 3 ming. Bo'lishamiz, baraka bo'lishamiz. Endi menga qarang. Pul jigardan bo'ldi. Jigarni kesib bo'lmaydi. Pulni munosabatda buzadi, qarzga o'xshaydi. Oqibatda buzadi, muomalani buzadi, xullas qaro hamma narsani buzadi. Cho'tal berasiz. Pozalsin, Dmitriy. Еще есть номер или... Есть еще вторая часть. Так, для начала вы должны показать свои ручки прямо в кадр, вот так. Я тоже, да? Вы тоже можете, да. Вот я холда када больше могу, а я как бы вернусь, да? А я не знаю, Тимур таши его руку. Теперь я сфотографирую вашу руку. Одну, да. Смотрите внимательно. Делаем одну фотографию небольшую. Пожалуйста. Давайте на камеру. Можно приблизить. А сверчили, сал ери план до курса это сели? Белки, вот на четвертую камеру, пожалуйста. Колизе, ходьте, гена колизе. Вот так держите. Так, теперь. Сатасли. Ручки вытягивайте вперед и не шевелитесь. Договорились? Хорошо. Сейчас задам странный вопрос. Можно чуть в сторону? Какую руку не жалко? Просто вслух. Правую, левую. Керемас, Артсе. Артсе, да. У него ручки правая. Все порядка, вот языком правая. Можно, да? Правую убираем, левый кулачок и к сердцу просто. Хорошо. Теперь можно правую тоже. Давайте, ручку, давайте. Я нарисую небольшой крестик. И прям покажите в камеру. Ага. Плюс белый схойл, да? А теперь смотрите внимательно, буквально. Давайте вот так. Одним движением я беру и забираю. Ой! О, уже там нет. Куда ты? Покажите. Куда ты? Нет. А теперь смотрите на фотографию. Видно? Да, 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 да. Давайте на фотографию поближе. Раз, два, три. Крестик уже там. Но это еще не все. Давайте еще раз на фотографию. Ручку можно убрать.
Все внимание на фотографии. Видно одним движением. Его уже там. Открывайте. Я холи зажи. Дмитрий, вот можно вопрос? Да, конечно, конечно. Вы сможете такие вот большие сейфчики с одного пункта в другой пункт? С банка к вам домой, да? Нет, все, банк не надо мне, банк там народа много будет, потом надо всем деньги раздавать. Вот маленький сейфчик и туда куда-нибудь. Договоримся. И все? Можно родник убрать? Родник? Да, давайте. Получается. Это родной. Заводской. Теперь я же вас не просто так, да, вызвал. Да. Вы мне тоже должны помочь. Ну, там хоккей ему полеркани. И с хайотинге крест хуй, бьяхта телефонге крест хуй. Ну кто хуй лохас ген. О, давай. Так, выбирайте любую. Одну. Без разницы. Одну. Все, покажите на камеру, прям максимально близко. Да, вы только не смотрите на экран, пожалуйста. Ири Планда. Все? Все? Так, ничего страшного, я могу посмотреть, вот, тоже вам. Угу. Так, а у вас есть любимая карта? У меня есть. Какая? Ну, туз. Буби, да? Хорошо. Итак, смотрите, что мы сейчас сделаем. Сейчас я найду вашу карту необычным способом. Вы можете стоять, хорошо? Смотрите, можно кадр пониже. Я даже дотрагиваться не буду, хорошо? Так, друзья, для начала мне нужно собрать всю энергию. Давайте поближе в камеру. Раз, два, три. Одна карта вылетела. Давайте проверим. Это ваша карта? Ну-ка. Да. Браво. Но, вы знаете, я обладаю суперспособностью. Смотрите на колоду. Свой. Ну-ка, заново сделайте. Да, можно снимать даже новый Marvel. О, Marvel Studio. Да. Урмады дома жабилер. Мстители. Оза ачыгын еткенде, оза чуми олы нумуга. Машит кечек отар білей. Карты шетте тұруды, шет кечек. Анвар аке? Кобылеге. Тасвырчыларым сұрғымышқырып. Ол чуми олдым. Волшебство, конечно. И, знаете, я хотел сделать один трюк. Талант. Такой, чтобы все жители, которые сейчас нас смотрят, смогли тоже принять участие. Я думаю, будет здорово, да? Попробуем? Давайте попробуем. Вы все доставайте телефоны, да? Все доставайте телефоны. И мы тоже. И вы тоже, да. Алло, сізге алоқыда тәкліп, Юлдызхан алоқыда тәкліп білін телефонларын алдылы, рахмет. Так, телезрители, все достаем телефон. Құрбатлы Томаша Биллер, агар яңелерді телефонилер болса, телефонилерді шында яқасылы. Вот именно вот такая, да, вот такой телефон должен быть. Любой телефон, любой. Өзімізден 90-й ләді трактор. Пойдет. Ота деген телефонларын болса болады. Так, а у всех есть же приложение Клик, да? Клик? Да. Клик? Клик, да. Клик, да. Все, я диктую номер карты своей. Пошутил, нет. Я шутку понимаю, вот она вообще не понимает. Сейчас бы перевела мне деньги, да? Она вообще с нет, давайте просто в калькулятор зайдем. Все в калькулятор. У нас, Томаш Абилер, телефон из калькуляторге кирамыз, калькуляторге. Кто обкладывает калькуляторымызге? Все удаляем, ноль должен быть. Ноль больше керек. Ноль кечту мене. Так, теперь. Ноль. Назовите любые две цифры, двузначное число, любое. Любое. Чихо набирали. 13. 13. Онуч. Все набираем 13. Онуч. Лазамыз, калькуляторге 13. Телефон ракамын заят. Онуч. Теперь нам нужно число покрупнее, да? Умножить. Купитрамыз. Назовите любые две цифры. Любые. 88. Ага. А вы переводите, да, чтобы все? Саксон. И на камеру. Да, вот Саксон Сакс Йозлич Кирекен. Еще раз умножить. Я на купитрамыз. Я на купитрамыз. Теперь вы. Трехзначное число. 105. И скажите в камеру, да? Брюзбеш. Умножить на...
1, 0, 5, 105. Ага. Все. 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 Равно. Барабар. О, 120. О, идеально, да? Теперь самое заключительное действие. Плюс, плюс. И охрень харикат. Кош. Плюс. Кош хабатам. Разные цифры наберите. Вот здесь. Вот так. В разных местах. Сейчас покажу крупно в камеру. Прям поближе. Плюс. И вы должны прочитать вслух, чтобы все ввели. Ага. Прямо сейчас? Да. Сейчас вот эту цифру, да? Да, плюс. Плюс. И цифру надо да, сказать, да? Да, да, все. Так, хош, диққат қыламыз, 2 миллион 752 212. Все, плюс. 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 И вот это число. Можно? Да. 2 миллиона. 2 миллион 752 212. 1, 2. Все, равно. Итак, друзья, посмотрите, получилось большое число, правильно? Крупное. Да, да, да. Какое сегодня число? Сегодня 28. Посмотрите на калькулятор. Первые две цифры. 28. Месяц. Июль. 7. 7 месяц. Да, да, 7. И время сейчас, в данный момент, 23:32. Посмотрите на время. 28 июля 23:32. Все цифры вы сами набирали, вы сами придумывали. Секрет или мастерство? Это что? Это иллюзия или что? Это секрет. Это магия. А я могу даже телезрителям пожелать? Пожалуйста, да. Пожалуйста. А, крупным планом, наоборот, да, дальний план можно? Мы тоже что, стояли? Нет, вы должны рядом. Да. А, я хочу просто... Здесь безопасно сейчас. Да, я хочу, чтобы вообще у каждого человека было в жизни как много больше волшебства. И... Если кому интересно, да, мое да, творчество, да. Мое творчество, да, это мой Инстаграм. Это ник. Там очень много всяких Дима крутых магия. Фокусов, Дима моей работы. Magic. Дима Magician на английском. Magician. Можно, да? Буквально на. Что-то есть здесь. А, вот. Дима Magician. Самый последний. Да, это мой Инстаграм, там очень много контента. Волшебного. Все, все, спасибо вам. Дмитрий Коттарахтанайт, Оламыз и Асосиц.